Мощный морозильный шкаф под листы 60 на 80 или пищевые ящики размером 60 на 40. Шкаф работает с до 30 градусов, до минус 30 градусов, с увеличенным обдувом, может быть. Здесь установлены новые уплотнители. Количество холода. Стоят направляющие. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 пар направляющих есть на весь шкаф. То есть можно сюда ставить либо лист 60 на 80, либо два листа 60 на 40. Очень мощный шкаф, подойдет для полуфабрикатов самых разных кондитерских изделий. Он работает как морозилка обычная, либо сейчас мы выключаем, получается, режим шокера. Если мы поставим время и нажмем на клавишу, то включается, увеличивается обдув в два раза. Реальная изморозь, ага, обжигающая. Аппарат привезен из Германии, в Украине не работал, проверен, обслужен, установлены новые уплотнители. Готов к работе.